Хтось каже рекордна, військові експерти кажуть, таке ми вже бачили, терористична. Традиційно для росіян атака відбулася на Україну, на наші стратегічні енергетичні об'єкти, зокрема одна з найбільших за останній час, говорять в профільному відомстві. 151 повітряну ціль ворог запустив на наші голови. Західні медіа пишуть про те, що може взагалі давайте Росію захистимо і прикриємо їм небо, бо по нафтопереробних заводах б'ють. Ай-яй-яй, як же ж так можна? А наші військові експерти не лише кажуть, будемо бити, і будемо бити ми прицільно. Білгород уже розплатився за приліт по Україні і розплачується тепер щоранку. Там неспокійно, губернатор мало чи не плаче. Ірина Узова, моє ім'я, ми не плачемо, а говоримо зараз з Борисом Дюсенгаузеном, політехнологом, традиційно щобудня. Борисе, привіт, рада бачити, слава Україні. Вітаю, героям слава. Ну, от вонючі російські терористи, значить, готували, очевидно, як каже військовий експерт Петро Черник, і не лише в нашому ефірі, готували таку атаку не один день, це на це пішло кілька місяців. Імовірно, вони готували 2-3 таких етапи. Тобто, чи може завтра відбутися ще черговий прицільний удар росіян? Так, цілком, ну, бо вони терористи, плюс вони могли розібрати частину своїх винищувачів, аби оснастити інші, бо санкції працюють, виготовляти вони нові не можуть. Так, що просто одночасно підготувати до вильотів не в один день, а 3 дні, допустимо, поспіль кілька бортів, да, і атакувати. Дніпровська ГЕС, мирні будинки, традиційно, що шукали? З чим пов'язуєте ви активізацію, можливо, і в політичному плані? Бо речниця об'єднаного командування Півдня Наталья Гуменю каже, що не стало неочікуваністю для наших Збройних сил, тому що пройшли так звані вибори Путіна, і відтак вона каже, це може бути теж якось пов'язано. Навіть якщо готували, то знали ж, коли ті вибори, знали їх результат, очевидно, і ось так запустили. І одразу, Борисе, а світ оце так дивиться, Бріджит Брінк пише постіки в соцмережі X. Світ занепокоєний, Зеленський каже, досить занепокоєності, дайте системи ППО. Воєнні експерти кажуть, хоча б 6 F-16 пошвидше нам приженіть і буде вже піде на краще. Що шукали і на що так сильно били росіяни, яка буде реакція партнерів і якою вона має бути? Да, вже второй день подряд. Вчора та атака була от по сообщению Главного управления разведки, это как раз на ГУР были направлены ракеты, те, которые летели сначала в западном направлении, потом развернулись, но и их позбивали. То есть били по ГУР. Классика жанра. Ночью бить по ГУР – это вот чисто для картинки. Понятно, что если были какие-то разрушения, им просто надо крестик поставить в графе «попали, не попали». Ну, то есть, помните, прошлый год, май месяц, кошмарили тоже практически каждый день, вот постоянно, пока какой-то облезлый беспилотник не подпалил стену наружную в ГУРе, и все, они успокоились. Крестик поставили. Вот теперь они снова пытаются поставить этот крестик, потому что у них же все надо, советская армия, приказ надо выполнить, крестик поставить. Какой ценой, смысл этого приказа там, и так далее, никто не задается этим вопросом. И сегодняшняя атака ночная тоже, это чисто уже по энергетической инфраструктуре. Тут уже все сказали, по Днепрогэс били, по дамбе, но именно по оборудованию генерации. Там начали сразу какие-то полуватные паблики разгонять историю. Сейчас они взорвут дамбу, и волна 12 метров поднимется и снесет там каскады по Днепру, затопит крупные города. Ну, значит, этими ракетами дамбу не уничтожить. То есть нужно понимать, что дамба — это сооружение, пусть и в 1932 году эта дамба Днепрогэс строилась, но это сооружение, которое было рассчитано на попадание ядерного заряда по дамбе. Дамбу можно уничтожить только так, как россияне с Каховской ГСЗ сделали, взорвав ее изнутри, начинив огромным количеством взрывчатого вещества, имея доступ к ней и так далее. Но это не отменяет то, что россияне сегодня во многих областях, городах ударили именно по энергетическим объектам. Почему? Да. Я это не связываю с тем, что прошли, не прошли выборы Путина. Наоборот, мне кажется, подобный удар, когда там свет пропал, Харьков обесточен, в Сумах, там еще в других городах проблемы. То есть ему наоборот перед выборами, да, какая картинка хорошая. Он не может вообще наплевать было. То есть он же не запаривался, когда Навального убивал перед выборами. Правда ведь? Да. Не сильно он переживал, но прямо перед выборами это сделал. Поэтому я с выборами не связан. Это месть. Вы правильно очень посчитали, и эксперты, ваши гости, Ирина, что эта атака готовилось, программировались ракеты, маршруты пару-тройку месяцев. Ровно тогда, когда мы начали бить по их НПЗ. То есть я думаю, что эта атака готовилась как месть за очень эффективные удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли. Повторюсь, очень эффективные удары. И сейчас россияне не знают, что с этим делать. Вот они, для многих стало каким-то, ну, как-то странно, да, пытаются опять по энергетику положить, когда на улице фактически плюс 10. Нет, это просто вот мы будем бить баллистикой, крылатыми ракетами, 60 шахедов, 90 ракет, из них там, по-моему, под 30, там Искандеры были, и С-300 были, и 7 кинжалов было. То есть сколько они потратили вот этой вот баллистики и сверхгиперзвука аналогов нетного, чтобы просто вот месть эту свою показать. Поэтому не исключаю, что, естественно, они эффекта не добьются одним ударом. Не исключаю, что будут дальше продолжать. Мол, прекратите бить по НПЗ, прекратим бить по вашей энергетике. Хотя это чисто, ну, у них в плане потерь, рисков от ударов по нефтеперерабатывающей отрасли гораздо больше проблем будет. Да, у нас там может частично локально пропадать свет, могут разбалансировать единую нашу энергосистему. Можно, но у них просто не хватит топлива на войну и собирать урожай. А это гораздо более серьезная проблема. В Росії вже руйнується завантаження нафтозаводів. І от якщо ми вже говоримо про НПЗ, я теж схильна розділяти, що враховуючи масштабність нашої цієї тактики, і тенденційність, регулярність і болісність для Російської Федерації, то й відповідь вони, Борисе, дійсно, ви влучно зауважили, очевидно, готували, напевно, із першого прильоту по НПЗ, але враховуючи вже не такі їхні великі спроможності, що їм треба перезбирати одні винищувачі, щоб запускати інші, то зайняло в них це набагато більше часу. Financial Times виходить з публікацією з посиланням на наші з вами улюблені, неназвані нікому три джерела, які пишуть, що буцімто Сполучені Штати Америки буцімто закликають Україну припинити ось ці активні удари по нафтопереробних заводах, щоб не було проблем із цінами на нафту, власне кажучи. Розчаровані в Білому домі нахабними ударами, через це ростуть ціни на нафту. Вже жартують у соцмережах, що виходять західні публікації з назвами «Може вище Петріо», «Дасте для прикриття російських терористичних НПЗ». І тут, питаючи так само згаданого мною, бо він теж є учасником наших рубрик з моїми колегами на 24-му каналі Петром Черником, я кажу, ну так, навіть якщо врахувати, що частково це і правда, і приїжджають деякі західні лідери, чи телефонують і висловлюють такі застереження, то ми від своєї тактики не відмовимось, бо вона працює, бо це наші дрони, які летять на 1000+ кілометрів, бо в нас немає іншої зброї, або є, а нам не дають же ж бити по нещасній терористичній федерації неї. І от пан Черник каже, це, каже, не тільки, що ми продовжимо, а ще й може бути елементом тепер нашого шантажу. А не хочете, щоб ми били по НПЗ? Дайте зброю, ту зброю, яка дозволить виграти війну, а не тягнути ось це по полі бою в усіх сенсах роками, втрачаючи життя наших мирних мешканців і військових, тому що прильоти задівають не лише об'єкти енергетичної, критичної інфраструктури. Непогано, каже Черник, чи не так? И что это за публикация Financial Times, прости господи? Да, кстати, ну, в ней есть логика. Вот что интересно. Ну, знаете, я сам, по сути, такой скромноватый сам по себе человек. Но FT выходит сегодня с этим тезисом. А у меня выпуск вчера вышел с реальной целью визита Салливана, что он приехал не поддержать, а сдержать нас. И действительно, удары по НПЗ и рейды РДК, Легиона, туда, в сторону Белгорода, очень вызывают обеспокойство у некоторых в Соединенных Штатах. Почему? Там в FT... кстати, и вот если хотите раньше, даже чем большие американские издания, получать эту аналитику, информацию, обязательно сделайте одну простую вещь. Подпишитесь на мой канал, это сделать 2 секунды. Вот тут под видео, если вы нас на ютубе смотрите, будет синими буквами написано «Дюсенгаузен». Вы просто на эту надпись нажимаете и в окошке, которое всплывает, жмете «Подписаться». Все, будете на день раньше американских топовых медиа получать информацию. И на 24-й канал, конечно же, тоже подпишитесь. Дякую. Да. Так вот, приезжает Салливан, ну не для того явно, чтобы сказать, помощь будет, держитесь и так далее. А приезжает, чтобы действительно поговорить где-то на закрытой встрече про удары, как пишет FT. Почему? Потому что в статье приводятся слова экс-советника по энергетике, господина Макнелли, по-моему, или Макналли. Ну, в общем, он говорит, что для Джозефа Байдена нет ничего более страшного, чем рост цены на нефть в избирательный год. Потому что нефть сейчас уже до $85 за баррель выросла. И тут хочется спросить, а может быть, для Украины нет ничего более страшного, чем гибель украинцев? И на чаше весов на одной у нас нефть, цена на нефть, понятно, с вытекающими последствиями подорожанием определенных там и товаров в том числе, а на другой чаше весов жизнь и вообще существование Украины. Поэтому Украина нашла именно точку вот этот вот применения рычага. Да, действительно, на некоторые марки российской нефти цены выросли. Потому что приходится теперь в Китай отправлять то, что сами не могут переработать. Но, может, тут иначе какой-то подход может. То есть помощь не голосуют, а единственный, возможно, сейчас максимально эффективный способ воздействия на Россию и прекращения войны способ. Не надо, так не надо, цены вырастут, что же мы будем делать? Вот. А в данном случае, знаете, в чем у меня большой плюс? Я не чиновник. Я понимаю, что Зеленский, Кулеба, Галущенко или кто-то еще, они не могут выйти и сказать, нам сказали не бить, там это. А я могу. И я могу. И нужно эту правду людям рассказывать, что если так обстоят дела, если вы нас предостерегаете, что Россия будет наносить удары, в том числе по магистральным нефтепроводом или там останавливать эти нефтепроводы, от которых питаются в том числе и западные компании, ну я имею в виду нефть получают, транзит, то нам на это наплевать, на вообще плевать. Либо же вы даете нам настолько эффективное оружие, чтобы мы без ударов по НПЗ, вот здесь все, вышли к нашим границам 91-го года, либо мы разматываем эти НПЗ и $85, $100, $200 нам наплевать. Это не наши проблемы. Мы маленькая, сильная, гордая и смелая страна. И давайте вспомним, а как же при этом злобном, ужасном Дональде Трампе, какая же была цена на нефть? Она была $45-50. А саме до такої ціни і просили знизити ще позаминулого року країни Балтії, Польща за бари, за нафту. І це було б дієво, а не до цих 60, які спрацювали як мертвому припарка. А почему именно до этой цены хотели, настаивали? Потому что себестоимость добычи около $37. То есть вот если, условно говоря, там $47 цена за баррель, то Россия $10 с барреля получает. А если 85, то это больше $40 с барреля. То есть это, понимаете, тут разница колоссальнейшая. То есть вопрос себестоимости добычи российской нефти, она очень недешевая в добыче. Вот почему хотели. Хотели, чтобы Россия максимум $5 получала, а то лучше и 3 с барреля. И сидела, и не дергалась. И на войну бы у нее денег не было. Так, а може якось пора чи дати зброю, чи знизити, чи ні? Чи оце будуть занепокоєні? Це знову питання ядерної боязні, чи що? І в мене вже просто немає усвідомлення і розуміння. Ну, серйозно? Я позиции какой придерживаюсь? Соединенные Штаты – самый большой донор помощи Украине. Дякуємо. Мы им говорим спасибо. Однозначно. И республиканцам, и демократам. Но на кону выживание Украины как государства. И мы фактически без помощи военной, без там, необходимой техники, самолетов загнаны Россией уже. Ну, мы держим оборону, но сколько еще будем держать без помощи, сказать сложно. Мы способны на разные непредсказуемые шаги. Поэтому я думаю, что удары по НПЗ еще могут цветочками показаться, могут быть удары еще по более, скажем так, болезненным точкам в Российской Федерации и более опасные для России внутри. Я сейчас ни на что не намекаю, но такое ощущение, что Украину к этому вынуждают. Хотя, еще раз подчеркну, большое спасибо, там много тех, кто за Украину. Мы пытаемся понять, что избирательная кампания, что важно это или то. Но еще раз подчеркну, что если в Соединенных Штатах не переизберется какой-то президент, я сейчас не важно, там республиканцы, демократы, или кто-то там из-за цены на нефть что-то недополучит электорально, Украина это переживет. Но если Украину просто будут уничтожать, то Украина физически это не переживет. Вот у нас очень простой и понятный для всех, понятная карта действий. А, значить, Діма Пєсков, в нього інколи чи сироватка правди, якась йому десь кудись підмішується, чи просто язик він не надто вміє добре тримати за зубами, чи премію за зиму не видали, а тоді за літо. Я не знаю, може він в відпустку працює. Пам'ятаєте, як він назвав вибори влітку, а потім пішов в відпустку на місяць минулого року, вибори в Росії, які насправді не існує, дорогою бюрократією. Каже, так а що, це ж не вибори, дорога бюрократія. Да? І всі тоді казали, ото може Пєсков уже й не вийти з цієї відпустки. Ну, вийшов, к сожалению, вийшов. І тут интервью аргументами и фактами, он говорит, война – это война, и назвал войну войной. Цитую, мова оригиналу. Мы находимся в состоянии войны. Да, говорит Песков, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной, говорит Песков, речник Путина. Я в этом убежден, говорит он, и каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации. А что це він визнав? Чи умовився про те, що мобілізація не тільки внутрішня, а й розширюватися буде, Шойгу ж там 10 тисяч треба набрати для нових загальновійськових армій, які він збирає. І це може свідчити про те, що Путін може і воєнний стан так-то оголосити, враховуючи ось ті різні вище перераховані фактори зовнішньої і внутрішньої дестабілізації країни-агресорки, про які ми говоримо. Ну, я думаю, тут как вот это как раз с Натальей Гуменюк я в данном случае бы согласился, что это уже элемент поствыборной истории, что до выборов не говорим «война», это уже укладывается в некую политтехнологическую стратегию. Потом говорим «война», потом говорим, что, возможно, всем придется сначала про внутреннюю будем говорить мобилизацию, потом про внешнюю, а потом просто их и как бы сгребем и отправим на войну, собственно, которую мы войной уже и назовем. То есть все, уже тут 6 лет у Путина впереди минимум. Тут уже скрывать нечего, тут уже война, страшно, ты не пойдешь, тебя убьют, придут за твоими детьми, натовские, значит, наемники. Все, это уже, наверное, так они будут поступать. Сгущать краски, запугивать, держать в постоянном страхе, чтобы они же, понимаете, как вот пропаганда как работает. Они боятся больше представителей ЛГБТ-сообщества, чем каких-то маньяков и террористов, судя по всему. То есть у них там битва с ЛГБТ каких-то вселенских масштабов достигла, как будто это их главные враги. И точно так же здесь. Их будут накручивать таким образом, чтобы они просто понимали, что если они не пойдут воевать, то у них два выхода. Из страны они сбежать не смогут, либо поедут надолго лес валить, либо насильно будут уже там за ними заградотряды, их все равно туда доставят. Вот и все. Путин двигається в цьому напрямку. Але чи можемо ми говорити, враховуючи анонси РДК, Легіону свободи Росії, Сибату, про те, що вони тільки ще не починали, що насправді на території Російської Федерації, як мінімум, громадянська війна в повному обсязі розгортається на очах російського диктатора, росіян і всього світу? Зачатки гражданской войны, да, есть. И судя по тому, что к батальонам добровольческим из россиян стали больше людей присоединяться, мы видим по количеству людей в рейде, по технике, которую они там трофеят, по видео. Кстати, у РДК есть потом телеграм-канал, я на него подписан, так и называется. Там они каждый день выкладывают работу свою. Ну, молодцы большие. Я говорил же, наверное, что мы знакомы с некоторыми из них. Очень-очень такие порядочные ребята. Путин их личными врагами объявил, сказал, будем всех искать, находить. Пусть ищет, еще неизвестно, кто там кого быстрее найдет. Но, в общем, да, в России эвакуация полным ходом, блокпосты, людей отселяют, села. А вот смотрите, как действует Путин. Он сказал, село, я не знаю, где ударение правильно, Козинка или Козинка, которую заняли. По-різному кажуть, і всі зрештою сходяться на думці, що яка різниця. Бо його вже майже й немає, а стер його хто? Кожухіта від Шойгу. Того, що саме він віддавав наказ бомбіть, аби виганять диверсантів, як вони називають, самих же ж росіян. Ось так. Да, то есть у них же какая логика, вот они там, это там тараканы, их надо дихлофосом, ну кто помнит еще эти слова, названия. То есть, если даже там остались люди, дома, домашний скот, там все, но Шойгу привиделось там под дихлофосом, что у него там РДК или ЛСР или СИБАД, он дает указание сравнять с землей населенный пункт. Поэтому, так а чего вы раньше-то так не делали? Вы могли бы до захода РДК сравнять с землей там все, и была бы прекрасная санитарная зона, про которую Путин говорил. Без конца говорит при этом. Совершенно верно. То есть давно пора было своих бомбить уже. Ну, отак воно буде масштабуватися, всі обіцяють, і наші розмови не будуть припинятися. В понеділок, Борисе, ми побачимося на цьому ж місці. Дуже дякую за цю аналітику, за ваші цікаві думки і за настрій теж, звісно. На все добре. Борис Дюсенгаузен, політехнолог, Ірина Узова була разом із ним. Друзі, дуже дякую, що довіряєте, обираєте, підписуйтеся на YouTube Бориса. Легко знайти в описі під цим відео. Після собачки великими літерами капслоком, Дюсенгаузен, синіми заходите. Вже неділя скоро. Це значить, що на вас чекає пряме спілкування з Борисом без ось таких суб'єктів, як я, і ви поставите йому ті питання, які ми не встигли обговорити впродовж тижня. А також на YouTube 24 підписуйтеся, рухаємося до позначки в 7 мільйонів. Дякуємо, що разом із нами. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось.